Фестиваль национального творчества «Вечерка» продолжает свое путешествие по Волгоградской области. На этот раз проект приехал в поселок Колобов Калининского района. Напомним, что данный проект направлен на популяризацию традиционной русской и казачьей культуры. Все мероприятия в рамках проекта «Вечерка» состоят из игровой и концертной программы. В этот раз в игрищах принимало участие более 20 членов организации. Дети и взрослые поселка Колобовка познакомились со старинными играми и забавами. На один вечер центральная площадь поселка стала своеобразной машиной времени. Все посельчане окунулись в атмосферу далеких времен, став соучастниками старинных гуляний на Руси. Матушка за Россия! Сегодняшний день состоял из концертной и игровой программы. Мы начали с игровой программы, где все ребятишки поселка смогли поиграть в такие игры, как бояре, селезень, мой растяпа и многие другие. До сих пор проводятся мастер-классы по плетению кольчуги, а также плетению тайных поясков для девочек. Около 20-30 детей на данный момент принимают в этом участие. Также наши аниматоры показывают ребятам технику борьбы, боя на древнерусских мечах по старинной технологии. Вечер завершился выступлением уникального ансамбля «Волжские гусляры», вокальными номерами казачьей и русской народной тематики, а также этноколлектива из Волгограда «Айвовый джем».